Ну да, что я понял. Понял? И не жадничай, конфеты не прячь. Да, ладно, маленький обжорик. А это тебе, чтоб ты у нас был красивенький. Дезодорант и шампунь. Все мужское, модного направления последнее. Пожалуйста. Так, ну ладно, приступайте. А где? Николай Иванович не будет, мы ему оставим. Николай, оставьте мне, я потом, потому что сейчас мне там работать не надо. Ну, блядь, ну... Ну, а кто-то крупный поставит, да что-то зависит поставить, по-моему. Ну, я только лично не поставлю, потому что это... Да, там треть еще часов. Ну, там же Миша, вы чё? А это не Балаванки. А это же смейте, придут? А, ты должен был целой кружки тут носить. Ему не понравился вот это. Да помню, если остальное. Возьми на лейте кружку. Там же еще что-то написано. Да я знаю, я видел. Ну ты же не прочитал письмо. Ну то, что нам не зачитал. А, я думала, это на кружке написано, это на пакете. У нас вот такой Гоголь был, красавец, мачо. Как, я подарила календарь петухов этому совета ветерана. Там написано: ты красивый мачо. Так петушок написано: ты красивый мачо, и с тобой всегда удача. Чтоб ты был такой красивый мачо, и у нас с тобой всегда была удача. Спасибо. Заливай. Да, да. Тогда можно я туда перейду? Дай туда, дорогая. Потом мне Миша забодал, уходит и ходит. Ну, ой, ну поставь, пожалуйста. Нет, да, это не так. Отмечаем Сашу на днюху. Ты на кубалку вчера? Жила Анечка Дрешова. Вот эту куколку шила я вчера. Это на выставку мы поместили. Одну они забрали домой, что мама мне делала. А вот эту катанку тоже делала тут одна с нашего общества Марина. А зачем? Это же куклы катанки русские. Вот понесем на выставку перед днем инвалидом. И будем раздавать за пожертвование. А потом кому-нибудь. А это как отцу? Это калачи, там мы на следующую среду будем не делать. Не на следующую, да, съедобные калачи? Почему? Они съедобные, это тесто соленое. Но мы будем делать маленькие, это вот большие под заказ мы будем делать столовую сюда. На деньги потом что-нибудь купим. Как вот этой же Песоцкой купили, мы же напродавали уже, Песоцкой купили тонометр уже. Хорошо, а это будем сейчас под заказ Новому году фильмечки делать маленькие. Хорошо. Ходить надо вот сюда, творчеством заниматься. Ну скандал они не хотят. А я поехала между мужиками. Это не по моей части. А что по твоей? Гулять немножко помогла, честно говоря. Ты как-то приказал, ты все пела, это дело. Потом, конечно, мы то не хлопнули. Мне так раз она пропела. Да, а ты что будешь гулять, они поженятся на тебя. Хозяйственно. Так можно всю жизнь прогулять. Убрать, чтобы мне ничего не дальше, мам. Не дальше. Кто завидует, это нечем особенно. Не, Оля молодец, она общительная. Да, она говорит, что Оля прощает. Что-то молодец, что-то мне поделает. Вот это я, мы с тобой, которую мы не поделим. Надо быть меру, в меру все должно быть. Да, и этот, общительность целует. Да.
Сегодня она общительная, завтра я так ее вышла. Можно пообщаться по-нормальному, а можно так, завтра не все есть.